Всем привет! Сегодня мы продолжим делать нашу стратегию. И сегодня мы сделаем так, чтобы вот это наше здание нормально бы ставилось. То есть оно бы ставилось не наверх наших деревьев, а вниз. Вот как наш главный герой может ходить. Вот так же сам, чтобы у нас они ставились. И сегодня мы сделаем еще одно здание. И потом мы начнем уже делать вот эту менюшку, чтобы она у нас могла всплывать и уплывать. И становиться невидимой, ну и так далее. Так, ну давайте теперь сделаем так, чтобы наше вот это здание становиться не на деревьях, а под деревьями. Для этого мы создадим новый слой. Сегодня мы сделаем очень простенькую изометрию, можно так сказать. Я вам покажу, как вообще так можно сделать. Вот мы просто создали новый слой. И теперь нам надо обязательно указать здесь вот этот второй слой. Ну, раньше у нас становился на третий слой, теперь у нас будет становится на второй слой на этот, и теперь у нас будет изометрия работать как надо. Ну давайте поставим вот так вот. Вот вы видите, у нас получилось поставить наше здание, и у нас правильно работает наша изометрия. Ну давайте сейчас сделаем так, чтобы мы не могли бы пройти сквозь наше вот это здание. Для этого мы добавим новый твердый объект. Ну, допустим, у нас он будет красным. Давайте подгоним под размеры немножечко. Вот так вот. Немножко здание покрасивее сделаем вот так вот. И покрасивее, чтобы было бы удобнее ставить вот этот наш твердый спрайт. И сейчас мы сделаем так, чтобы мы не могли бы пройти сквозь наш вот этот домик. Для этого мы поставим синий поинт вот сюда. Давайте создадим новый поинт и назовем 1. И поставим этот поинт 1 вот сюда. И теперь давайте сделаем такое событие. Когда мы поставим наш дом, вот этот красный спрайт всегда бы прилипал бы к нашему дому. И этот красный спрайт мы сделаем невидимым и твердым. Ну, невидимость мы пока уберем, потому что мы сейчас настраивать будем. И давайте сделаем такое событие. Когда мы нажали на... И давайте сделаем такое событие. Когда мы поставили на наше здание, то вот это наше здание спавнит... Спавнит... Вот это наше здание должно спавнить нам, точнее себе же, вот этот красный спрайт, который мы сейчас недавно сделали на второй слой, допустим. Ну, давайте посмотрим, как это у нас получится. Вот мы поставили наше здание. Point мы ставим 1. Смотрим, что у нас point. А, вот point мы должны ставить вот сюда. Смотрим, опять ставим. Вот, мы видим то, что у нас здесь появился вот этот красный спрайт, и мы не можем теперь пройти сквозь наш дом. Ну, давайте немножко правее. Опять смотрим. Вот, мы теперь не можем пройти сквозь наш дом. Но мы ходим по дому, а не под ним. Поэтому давайте копируем вот это событие и создадим вот это событие для нашего дома. То есть нам надо будет заменить везде деревья на наше здание. И чтобы вот это наше событие работало, давайте поместим нашего главного героя на второй слой. Так, находим нашего главного героя и поместим его на второй слой. Так, ну теперь у нас все будет работать. Вот, ставим. Мы можем теперь проходить сквозь наш дом снизу, а не по нашему дому. Ну вот. Вот у нас получилась вот такая вот изометрия. Ну давайте добавим еще одно здание. И это здание у нас тоже будет выглядеть как... Ну так пока не красиво. И потом эти здания заменим на более лучшую графику. Давайте нарисуем зеленый дом. Темно-зеленый. Тоже так же самое нарисуем что-то типа домика.
Ладно, сойдет и такой домик, давайте его закрасим. Вот, вот такой вот корявый домик у нас получился, если его можно назвать домиком. Так, ну давайте, может, поменьше даже поставим его. Так, ну вот, это у нас будет как спрайт 11, то есть этот спрайт, вот этот, который мы сейчас добавили, его домиком нельзя назвать, ладно. Этот у нас будет выполнять роль для поставки нашего здания на игровой уровень, то есть у нас он будет привязан к мышке. А теперь давайте создадим новый спрайт, точно такой же, как и вот этот спрайт. Давайте немножко поменьше размеры, 50 на 50. Вот тоже поставим размеры 50 на 50. Так, ну теперь давайте поместим вот этот наш спрайт на уровень, на слой третий. И давайте тоже создадим точно такие же события, как и тут. Но для начала нам нужно будет создать приватную переменную. Давайте тоже добавим приватную переменную, как и назовем ее ставить. И теперь переходим в события, и можно даже скопировать вот эти события, потому что нам надо будет все эти события просто изменить. Если мы нажали на наш вот этот объект, который у нас в самой менюшке, то есть на спрайт 10, вот на этот спрайт, то у нас приватная переменная становится 1 у нашего вот этого зеленого спрайта. А если у нас приватная переменная 1 вот этого нашего здания зеленого, то к нам прилипает к мышке вот это наше здание спрайт 13. А если мы нажали правой кнопкой мыши, то у нас ставить становится 0. И прежде чем поставить наше здание на уровень, мы должны проверить, дотрагивается ли наше здание до вот этих твердых красных спрайтов. Для этого мы сделаем такое событие. Если спрайт 13... дотрагивается до спрайта 7. Здесь нам надо будет заменить наш спрайт 13. Наш спрайт 11 на спрайт 13. И здесь мы выбираем не здание, а спрайт 12. То есть тот спрайт, который будет у нас появляться у домика. Ну, тоже будет твердым. Так, ну тут мы тоже заменяем наш спрайт 11 на спрайт 13. Так, ну тут мы заменяем наше здание на здание 2, то есть на то здание, которое мы будем ставить. Я его переименовал недавно. Так, ну мы здесь тоже заменяем наше здание на здание 2. И ставится у нас спрайт 12, да, все правильно. Так, давайте изменим тут. Нам надо поставить не спрайт, когда у нас спрайт 11 дотрагивается до здания, а когда спрайт 11 дотрагивается до спрайт 12, то есть до этого твердого объекта. Так, ну теперь давайте посмотрим, что у нас из этого получилось. Вот мы поставили наш домик, у нас все правильно поставилось. Вот, даже наш главный герой не может пройти через вот этот твердый спрайт. Ну, можно немножечко пониже поставить point. Ну вот, теперь все у нас правильно работает. Мы даже можем поставить вот это наше здание поверх другого здания. Так, но, к сожалению, главный герой не может туда пролезть. Так, ну чтобы, может, так нормально было бы, мы немножко увеличим наш спрайт, чтобы мы... И последнее, что мы сделаем, мы заменим вот этот наш спрайт 9 на спрайт 10.
там, где у нас определяется приватная переменная ставить, если ставить равно 0, то наш sprite 13 улетает далеко-далеко. Так, ну давайте сделаем последнее событие, чтобы у нас не было вот такого вот бага. Мы можем взять два спрайта одновременно, но я не хочу, чтобы вот так вот было. Давайте сделаем так. Если мы нажали, допустим, на спрайт 9. Так, если мы нажали на спрайт 9, ищем где-то событие у нас. То у нашего спрайта 10 становится приватная переменная ставить 0. А если мы нажали на спрайт 10, то у нашего спрайта 10, нашего спрайта 9 становится приватная переменная ставить 0. То есть мы теперь можем вот так вот брать, и у нас не будет два здания одновременно к нам залипать, вот так вот можно сказать. Так, ну вот, я думаю, на сегодня мы урок закончим. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а в следующей части мы сделаем так, чтобы вот эта наша менюшка могла бы вылезать и назад прятаться куда-нибудь, если мы нажмем на какую-нибудь кнопку. Подписывайтесь, ставьте лайки, и всем пока.